Патриотическое воспитание молодежи активист района Юрий Хартуков считает своей главной миссией. Идею организовать передвижной музей об истории Великой Отечественной войны вынашивал несколько лет. При грантовой поддержке правительства области мечту удалось воплотить в жизнь. Десяток стендов, сотни редких фотографий рассказывают о подвиге куйбышевцев. Теперь Юрий Федорович – постоянный гость в школах, детских садах и на праздниках двора района. Что такое патриотизм? Это любовь к родине. А можно любить то, чего не знаешь? Вот мы и стараемся, чтобы прежде всего узнали об этом люди, и прежде всего молодежь. А тогда они будут уважать прошлое и любить. Юрий Федорович в числе людей, которые награждены почетным знаком «Гордость района». Всего премия вручается в 7 основных номинациях. «Женщина года», «Мужчина года», «Признание и уважение», «Надежда и опора». Особенно жюри премии отметило участников молодежного совета района. Они провели День донора, где собрали 18 литров крови. Они провели акцию «За здоровый образ жизни». Также они сейчас в рамках социального партнерства заливают каток на улице Молодогвардейской, 211. И тем самым для жителей нашего района обеспечивают досуг. Все победители премии получили благодарственные письма и памятные статуэтки. Премия «Гордость района» проводится первый год. Организаторы обещают отмечать самых инициативных и активных жителей каждый год. Лариса Шалафаст, Василий Колдашов. События.